кого рукой била? Никого не била. Узбека не хочу. Как ты? Все шикарно. Дела у меня тоже, все прекрасно. Я не упала, я ее не сломала, проткнула. Мне хватает узбеков в жизни, и таджиков, и азербайджанов. Операция была. Кого не хочешь? Привет, привет. А, спасибо, спасибо. Принимаю. Ну, если так, то да, приму. Ну да. Ребят, давайте донаты на карты. На карту. На карту. Мне вот каждое утро теперь надо в больницу ездить на перевязку. Я сегодня в больнице просидела 30 минут просто так, потому что я не могла на такси найти до дома. У друга заняла. Ребят, 50 рублей. Донаты. Просто. Да, операция у меня была. Палец вскрыла. Угу. У меня стекло в мизинец воткнулось. Помощь в чем-то нужна? У меня нету мальчика. Я вскрыла палец в ресторане, можно сказать. Я сегодня владельцу написала, типа, скиньте мне 500 рублей хотя бы на дорогу до больницы. Не читает меня. Мне каждое утро надо ездить на перевязки.
У меня даже на автобус типа нету. Я, короче, сидела, посуду натирала, я официанткой работаю. Это рюмку натираю, она начинает падать, а я ее хотела поймать. Получилось так, что у меня палец проткнуло и сухожилие порезало. И у меня была операция. Палец. И поэтому отказался от алкоголя, очень много аварий. Привет. Ну, палец, да, все, он не сгибаться вот так не будет. Привет, привет. Спасибо.